Доброго времени суток, дамы и господа. С вами на связи Леонид Ионесин. Приветствую вас, как обычно, вот последнее время из Калгари, Альберта, Канада. Я являюсь создателем чата «По существу» и обменного чата «Bitbone Exchange». Я пристально наблюдаю за тем, что происходит в этих чатах. Я сторонник того, что вот в чате «По существу» люди должны свободно дискутировать, конечно, как бы соблюдая рамки приличия, не переходя на личности и не ударяясь в крайности. По поводу обменного чата «Bitbone Exchange» я слежу, чтобы люди просто как бы правильно составляли объявления на покупку и продажу, и также, чтобы соблюдались все рамки приличия. Как вы знаете, к сожалению, вот есть прецедент с Айгуль, которая, ну, не удостоверившись в благонадежности покупателя ее битбон, просто перевела битбон и перевела большие суммы, то есть там 2000 битбон, потом еще 1000, как я понял, там несколько переводов, и она взамен не получила деньги. До этого времени я не предлагал свои посреднические услуги. Вот кто следил за этим нашим чатом обмена с момента его становления по сейчас. Сейчас же, увидев такую ситуацию, я решил предложить свои услуги как посредника и как гаранта для тех, кто желает осуществлять обменные операции в нашем чате. Условия мною прописаны уже в этом чате, я это сообщение в чате даже запинил, то есть все могут его увидеть. Про меня, если кто-то меня не знает, я могу сказать, что я сотрудничаю с компанией SimCord с весны 2010 года, уже больше 10 лет. Я являюсь публичной персоной, я веду два YouTube канала. Первый канал называется Canadian Explorer, это по поводу иммиграции в Канаду. У меня уже там почти 15 тысяч постоянных подписчиков. И второй канал, который я веду по системе Bitbone, называется он Financial Freedom. Я понимаю, что сейчас в период наращивания ликвидности на бирже Bittrade есть специальные торговые условия, и некоторым сложно там продать Bitbone быстро и получить быстро деньги на руку. Поэтому мной было принято решение как бы создать чат Bitbone Exchange, и я хочу сделать операции в этом чате как можно более надежными. Вы знаете, у людей есть разные нужды. У кого-то там, не дай бог, кто-то серьезно как-то заболел и нужны деньги. Кому-то там нужно купить что-то срочно, допустим, недвижимость или что-то еще вот стоящее. Кому просто нужны деньги, и чат Bitbone Exchange именно предназначен для этого, для быстрого, и я надеюсь уже с этого момента с помощью моего посредничества и надежного обмена Bitbone на деньги и наоборот. Также мною был создан чат Bitbone Market. Он в одно и то же время с Bitbone Exchange был создан. Но Bitbone Market предназначен для обмена какими-то товарами, услугами, какими-то активами, допустим, недвижимостью, машинами, там, другим имуществом, именно на Bitbone и обратно. Будем наращивать вот все чаты поступательно. Итак, спасибо вам за активное участие в чатах. Давайте сделаем наше взаимодействие более приятным и надежным, чтобы все стороны процесса были довольны. Самый лучший вариант в жизни, когда все стороны процесса довольны. Я готов прислушаться ко всем пожеланиям и предложениям, если это все пойдет на благо нашему общему делу. Берегите себя и своих близких, а также берегите свои инвестиции.